Арьяру, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как спор «Космические приключения». Ну вот, мы полетали немножечко, прям совсем немножечко, буквально децл. И попробуем сейчас вернуться на ту планету, из которой мы улетали. Где у нас фиолетовая пряность. И посмотрим, сколько у нас накопилось ее тут. 5 штук. Охуеть. То есть прошла реально за минуту копится 5 штук. Это реально много. Только найти надо быть человечков, в которых мы будем забывать эту всю пряность по очень дорого. Хотя бы по 30 кусков. Чувак, я тебя обанкрочу, поздравляю. Кое-что бы я купил, у меня пока средств не хватает немножечко. Сорян, братан. Хотя вот эту планету я бы купил. Потому что у нее розовая пряность и все дела. Мы с тобой синими были. В смысле отказ платить, Дянь, ты чё хуёши? Инопланетный захватчик, вы чё охуели, шо? Ёб твою мать. Это вот чувствуете запах? Это запах пиздеца. Надо везде башни поставить, потому что... Братан, царя, но мне походу придется тебя уничтожить. Слишком много выебываешься. Нифига у вас мощные корабли, ребят. И бля. Ладно, если они не хотят по-хорошему, будут по-плохому. Будем насажать их с маленькой систем. Хотя вот это вот было бы неплохо заплатить. Пока у нас финансы есть вести эту войну, мы будем ее вести. А чем это мы тут занимаемся? Так, ну-ка, это мой летсплей. Ну а дальше идет около часа попыток захватить этих ушлепков. Это заняло бы гораздо меньше времени, если бы я не был таким уебаном и не решил бы на них напасть чуть раньше. Где у вас столица? Вот здесь вот у вас столица, да? Привет, ребят. И теперь я начинаю творить херь. Раз, генератор засухи, привет. Пока, тераиндекс. 2 тераиндекс. Нахуй мне планета с тераиндексом 3, правильно? Поэтому ее можно полностью уничтожать. 2, 3 тераиндекс. Ебись оно все конем. Оп, раз, сразу хуяк с минус колонии. Давай, еще хуяк должен быть минус колонии сейчас. Ну давай, ползуночек. Оп, хуякс еще. Давай еще разочек ебанем. Последнюю, чтобы финалочка была. Ой, все, тераиндекс 0. Какая беда, ребята, какая беда. Как так получилось? Ой, беда. Ой, захват начался. Ой, я косой еще. Ну а с другой стороны, война с ними была необходима, чтобы в дальнейшем вести ожесточенные боевые действия с гроссами. Упс, спойлер. Я к тому, что за эту колонию дружиться с гроссами идея не очень хорошая. Тем более, учитывая мои дальнейшие планы. А именно, я хочу полностью доминировать над ними. Ну или хотя бы изгнать их из центра галактики. Чуть позже вы все увидите. А пока на фоне идет война, я отвечу на вопрос, откуда же все-таки финансы и как их накопить, если у вас с ними беда. Ну, для начала учитывая тот факт, что я играю за финансовую империю, что позволяло мне более выгодно производить финансовые манипуляции. На самом деле, не так важно, за какой тип империи вы играете, подобное можно провернуть на любом. Так вот, к вопросу, откуда берутся деньги. Из торговли. А из-за какого ресурса ведутся войны и уничтожаются империи в спор? Правильно, из-за пряности. Если мы будем иметь хотя бы по одной планете, не учитывая основную с каждым типом пряности, ну или хотя бы с основными, фиолетовой и розовой, и успешно и выгодно собирая когда-нибудь пряности и продавая их, можно иметь деньги и ни в чем себе не отказывать.
Чтобы планета приносила максимум пряности в минуту, она должна иметь 3 тераиндекс, а также 3 города, как минимум, с 96 пряностей в час. Начальный капитал на улучшение тераиндекса с нуля и настроение зданий можно накопить, летая по планетам, собирая и продавая реликвии. Но не рекомендую собирать их на обитаемых. Жителям, возможно, это не понравится. Подробнее, как я делал на примере с фиолетовой пряностью, вы можете увидеть в прошлой серии летсплея. Ну а мы продолжаем. А, я не против. Когда начинаешь показывать ему силу, то он такой, лапки поджал и все. Все, больше войны нету, замечательно. А вот и ачивка. Привет. Теперь я, по идее, могу покупать убербашни, да? Вот убербашня. 600 тысяч. Ну чё ж теперь. Дороговато, да. Башня с бесконечным количеством хп, с максимальным дамагом, и которая позволит нам защитить планету, если, допустим, я не успею туда прилететь. Одна планета есть. Что самое прикольное, я вот сколько играю, я не выходил ни разу за пределы вот этого круга, а на самом деле вселенная здоровая. Я даже Гроксом ни на милю не подступил. 4 миллиона за одну сделку. Охуеть просто. Я снова богатый. И сейчас мне получается надо лететь в центр вселенной. По идее у меня все сейчас готово. Сейчас деньги только подкопить еще. Куда еще больше-то? О, что я искал. Но это не так сильно, кстати, требует. Хотя, знаете, чем черт не шутит, пожалуй, биозащиту лучше купить и разместить вместе с башнями на все мои колонии потом. Нахуй, я еще сюда летать, их восстанавливать. Я сейчас полечу. Красный камни настроен, вы что, серьезно? Вы стреляете по мне. А, привет, это тот самый чувак. Я к тебе прилетел поторговаться, значит, а ты на меня нападаешь и еще атакуешь меня, чё, хуй. Я лучше здесь, знаете, размещу монолит, если тут-то 3. Ну и какая-нибудь нормальная цивилизация появится, и будет замечательно. Вообще нужен межзвездный двигатель. Новый. Классный 5-й. Всё, межзвёздный двигатель есть? Так, межзвёздный двигатель 5-го уровня, он просто необходим. О, ачивка. Строит большая батарея, замечательно, замечательно, ребят. О, братан, ты попал на деньги! По факту все, да? Осталось только лишь полетать 600 раз всего лишь. 3, 4, 3, 2, 1, ей! Звездный двигатель. Ура! И летим уже непосредственно к центру галактики. Можно было сделать через черную дыру. Ладно, я тупанул. Ёб твою. Здесь вот дорожка. Где еще дорога есть? Вот дорога какая-то есть. Где ёбаный центр? Охуеть, он далеко. Так, у нас закончилась энергия, надо сейчас... Давай быстрее, влетай, 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 влетай. Колонию здесь делай. Просто первая незаселенная планета, и сделаем здесь колонию, все, без разницы. Все насрать. Где центр-то этот ёманый? Недалеко, ладно. Летим еще.
летим еще, летим, летим, лети, лети, родимый. Да, вот, залетай, 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 залетай. А, не успел. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного, ребятки. Все, всем бывает. Хотел создать там базу, но не получилось. Зато я вижу путь к центру галактики. Уже неплохо. И лети, 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 лепесток! Через запад на восток! Не успел? Да ладно! А! Не у... блин, да ладно! Серьезно? А, я не успел. Стоп, или я успел? Совсем понятно. Не успеваю я залететь, просто меня просто окружают эти роксов. Куча. Куча, точнее. Летишь, ульты! Ну и чё ты встал? А я в тебя верю, давай, залетай, залетай, залетай. Фу. Да ладно, залетел, ура, наконец-то. У-у-у! Сделали это, ребята.